Давайте. Так, коллеги, ну что, 19 с небольшим. Начинаем наш не очень запланированный вебинар на понедельник, потому что мы думали только по вторникам делать, наверное, четверга. Вот, но просто очень много вопросов накопилось, и мы решили, чтобы не отвечать, не писать гайды, вот эти вот в режиме реального времени с вами снова пообщаться. Кто еще не знает, меня зовут Семенов Сергей, я отвечаю за привлечение инвестиций, занимаюсь этим процессом. Так, ну что, как обещал, давайте, хорошо видно и слышно меня? Вот, и кто из каких городов? Давайте представьте, пожалуйста, если здесь, правда, не одни и те же постоянно, то опять уже начинаю узнавать эти имена, фамилия. Откуда, из какого города? Кстати, и очень интересно, напишите, пожалуйста, откуда, из какого города и проинвестировали ли вы уже на текущий момент? Сейчас с этим связана будет новость. Платеж приходил на мир. Артем, да, чуть позже сделаем. Великий, ну, коллеги, напишите, проинвестировали ли вы на текущий момент? Очень интересно. Типа город проинвестировал или город не инвестировал. Так, отлично, Белга. Жду ЗП. Так. Нижнекаменск, Тверь, Пермь инвестировал. Так, у нас здесь 152 участника. Интересно, что это у нас за такая цифра? То есть мы всегда начинаем вебинар на вот таком количестве. Я почему думал, что мы будем всегда комнату забивать до 100, до 300 у нас пока она разрешена. Алматы нет, нет, нет. Но хорошо, что хотя бы пока следите, потому что условия инвестирования будут озвучены завтра, они уже практически готовы все. Так, коллеги, а вот видите, да, у нас есть, да, подтверждение того, что люди инвестируют. Значит, какая новость сегодня хорошая? Ну, значит, есть такая первая наша небольшая победа общая, прям буквально, сейчас я скажу, сколько минут назад. Так, 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 без 4, без 6 минут 7 пришел платеж, который перевалил за миллион. То есть, ну, общую сумму, которую сделал, выше миллиона. Получается, за 7 рабочих дней была собрана сумма в миллион рублей. Так что поздравляю, это быстрее, чем мы планировали на начальных этапах, при условии, что еще нет сайта и так далее. Поэтому тут, говорю, есть чем гордиться, и большое вам спасибо за это, потому что вот те люди, кто сейчас писали, что сделали, вот это вы. И это к вопросу о том, почему мы не размещаемся на других каких-то краудфандинговых площадках. Краудфандинговый проект висит несколько месяцев и не собирает таких денег. Да, всем привет, кого знаю, кого не знаю. Вот. И учитывая, что это регулярные платежи, то есть, ну, получается, что это некая сумма, которая будет, ну, повторяться во время. Ну, кстати, кому интересно, вот это на текущий момент 1 600 000 рублей пришли, это их сделал, ну, такое количество платежей поступило от, сейчас я скажу точно, от скольких людей, по-моему, от 100, так, я смотрю, 117 человек, то есть вот в среднем. Самая крупная инвестиция на текущий момент 1000 евро, там из Европы, вот, есть платежи по 50, дальше по 30 и так далее. Реквизиты, кроме Kiwi, напишите в личку, все вам дадим. Так, это первая новость. Вторая новость. Значит, то, что завтра будет вебинар об условиях инвестирования, в четверг будет закрытый вебинар для участников партнерской группы, для партнеров. Значит, сегодня у нас вебинар – это ответы на вопросы с Дмитрием Александровичем Дуйновым, плюс ответы на вопросы именно по вот инвест-проводящей системе. Коллеги, часто этот вопрос сейчас будет все отвечен. Значит, смотрите, сегодня отвечать на вопросы буду не я. Сегодня вы познакомитесь еще с одним участником нашей команды. Это Филиппов Павел. Мы с ним работаем давно, уже, по-моему, в четвертом таком большом проекте. Вот, вы, наверное, видели, он у нас в модераторах. Привет. Скажите, слышно меня, видно? Поставьте плюсики, если видно, слышно. Так, хорошо, вроде все нормально. Ну, Сергей меня уже представил, многие со мной уже знакомы. Так, слышно, ну, Слава пишет. Не знаю, вроде остальным все хорошо. Так.
Многие со мной уже знакомы, наверное, я есть администратор группы официальной, я есть в партнерской группе, я общаюсь со многими участниками, отвечаю на их вопросы. Вот, многие пишут мне по поводу оплаты. Так, ничего не слышно, я не знаю, хорошо слышно? Ну, у себя прибавьте звук, потому что вроде говорят, что все нормально слышно. Так, ну просто делайте погромче звук. Вот, то есть со многими уже знаком, с кем не знаком, уже как бы меня Сергей представил. Вот, сегодня я отвечу на самый популярный вопрос, поскольку в группе, как и написано, да, по всем вопросам обращаться ко мне, многие так и делают. И чтобы каждый раз на одни и те же вопросы не отвечать, я решил сейчас вкратце основные такие позиции обозначить. Вот, и плюс к этому после вебинара, я думаю, составлю, ну, так называемый факт, да, с ответами на вопросы, где самые популярные вопросы будут затронуты. Поэтому давайте так сделаем. Прежде чем мне писать, либо Сергею писать, вы туда зайдете, там ссылку я в группе также размещу, и будете смотреть. Может быть, на ваш вопрос уже ответы даны. Итак, что бы я для начала хотел сказать, да, таких вот популярных некоторых, наверное, заблуждений, которые я вот встретил по проекту. Многие мне пишут, там, Павел, как инвестировать в мотор-колесо, или там, в чем там, почему это мотор-колесо там будет настолько успешно, по вашему мнению, и так далее. Хотел бы больше сказать. Проект, он не сконцентрирован только на мотор-колесе. Проект сконцентрирован на технологии. Технология может применяться в абсолютно любых асинхронных электродвигателях, в которых только одних наименований 10 тысяч видов. И в мире выпускается примерно 7 миллиардов электродвигателей асинхронных в год. Каждый этот двигатель – это потенциальный, скажем так, объект для модернизации, да, по технологии Дуйнова. Так что на мотор-колесе свет клином, так скажем, не сошелся. Вот, и зарабатывать компания планирует не только на этом. И многие не понимают то, что будущее краски производства, да, компании Дуйнова, что один из основных параметров заработка – это будет именно продажа лицензий на модернизацию асинхронных электродвигателей, которых очень и очень много. Да, конечно, будет заработок и на производстве самих двигателей, но именно компания, скажем так, материнская компания, на которую собираются инвестиции, один, говорю, из ключевых параметров – это будет именно продажа лицензий, чтобы другие компании, которые будут производить свою продукцию, в которых есть асинхронные электродвигатели, могли производить асинхронные электродвигатели именно по технологии Дуйнова. Потому что если вы там посмотрите вокруг себя, асинхронных электродвигателей очень много. Там, начиная от бытовой техники, там, заканчивая всякими другими штуками, которые вас окружают. И как уже Дмитрий Александрович сказал, что двигатели асинхронных в мире или там в комнате, в которой вы находитесь, больше, чем людей, которые в этой комнате находятся. Так что поймите, да, рынок гораздо шире, чем мотор-колесо. Мотор-колесо – это просто очень успешное, скажем так, успешное применение технологии. То есть вообще, как Дмитрий Александрович Дуйнов сам рассказал, да, была технология с модернизацией асинхронных двигателей. И просто пришли люди и сказали, а ты можешь на базе своей технологии сделать мотор-колесо? Он сказал, да, могу, и сделал. И мотор-колесо завирусилось по интернету. И многие про Дуйнова узнали именно благодаря мотор-колесу. Да, то есть вот поэтому мотор-колесо выступает как флагман, но это как бы не основная такая позиция, да, точнее как она основная, но это не будет основным заработком будущей компании. Вот, надеюсь, как бы стало немножко понятнее. Давайте немножко тоже расскажу про схему инвестирования. Ну, Сергей уже про нее рассказывал, я просто коротко так тоже обозначу. Схема, для тех, кто не понимает, да, рассказываю прям очень и очень коротко. Схема такая, будет создана компания. Она выпустит акции. Эти акции будут распределены между компанией Дуйнова, то есть между Дуйновым и его командой, да, если так образно сказать, и инвесторами. То есть 50% будет у Дуйнова и его команды, 50% будет продано инвесторам. То есть инвесторы возьмут эти акции, они возьмут половину компании. Инвесторы же будут получать половину прибыли будущей компании, и они же будут владеть половиной этой будущей компании, да, чьи акции будут дорожать. И, собственно, на этом все инвесторы заработают. Вот это тоже, чтобы было понимание. Далее. Как, собственно, эти акции будут продаваться? Да? Почему сейчас, например, да, допустим, инвестируют намного выгоднее, чем там, через год или через два? Будет введена такая вещь, как дисконт. Многие уже
в курсе, что это такое, да, для тех, кто нет, я поясню. Дисконт это, скажем так, следующая вещь. То есть у акции есть реальная стоимость, в которой будет оценена компания в будущее. Сейчас же акции продаются дешевле их нереальной стоимости. Чем ближе от начала старта проекта вы инвестируете, например, сейчас, да, тем дисконт для вас будет выше. То есть вы покупаете акции дешевле. То есть, другими словами, чем быстрее вы проинвестируете в будущую компанию Дуйнова, тем больше акций вы получите. Да, это сделано для того, чтобы как бы простимулировать, промотивировать людей инвестировать именно сейчас, а не ждать, там, когда проект подойдет к завершению. Вот. Плюс к этому, этим самым, компания поощряет тех людей, кто берет на себя определенный риск, потому что сейчас инвестировать стоит, чем там, через год либо через два. Это само собой очевидно. Вот. Надеюсь, здесь тоже понятно. По поводу рассрочки. Многие спрашивают по поводу рассрочки, как она выглядит, что это такое и так далее. Акции будут продаваться пакетами. То есть, чтобы не было такого, там, что кто на какую сумму хочет на такую покупать, был сделан для удобства пакет. Пакеты примерно будут выглядеть так. То есть вы можете купить акции на сумму 30 тысяч, 50, 100, а потом 300, 500 тысяч, 1 миллион, 2,5 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов. Может быть, там что-то будет меняться, но основные позиции, они вот такие вот будут. Вот, допустим, вы хотите купить акции на 100 тысяч рублей, но сделать вы этого не можете в моменте. Вы не можете прямо сейчас их купить. Вот, вы можете взять их в рассрочку. То есть вы можете платить по кусочкам каждый месяц. То есть это, да, понятно, вы не сразу за них платите сейчас 100 тысяч, а в течение там, 20 месяцев, допустим, вы платите по 5 тысяч рублей. Вот в чем основное преимущество данной схемы? Дело в том, как я уже сказал, да, есть дисконт. То есть, если вы сейчас инвестируете, это гораздо выгоднее, чем сделать это через год. Но если вы сейчас будете платить 100 тысяч в рассрочку, то, там, например, на 20 месяцев, то закончите вы это делать там, через 20 месяцев. Но дисконт у вас будет такой, как будто вы инвестировали 100 тысяч сейчас. То есть, как будто вы разом купили акции на 100 тысяч. Просто компания, да, для того, чтобы большему количеству людей это было доступно, она делает такую интересную вещь, как рассрочку, мол, получи, зарезервируй акции сейчас, но выплати там в течение 20 месяцев, 10 месяцев. Вот. Кстати, сейчас я смотрю, самый популярный пакет, по крайней мере, так у меня спрашивают, это именно пакет акций на 100 тысяч рублей с рассрочкой на 20 месяцев. То есть 20 месяцев подряд человек готов платить по 5 тысяч рублей, чтобы в итоге вот на 100 тысяч акций приобрести. Вот. Многие спрашивают также, можно ли рассрочку быстрее погасить? Да, можно. То есть вы можете платить 5, потом раз на какой-то месяц 15 тысяч заплатить. Да? Ну, ускорить этот процесс, чтобы не растягивать на 20 месяцев. Такое тоже можно. Да. Далее. Очень многие спрашивают, естественно, про партнерскую программу, про как стать региональным представителем, какие из этого будут преимущества и прочее, прочее. Об этом будет рассказано, как Сергей уже сегодня сказал, на вебинаре в четверг. То есть все, что связано с партнерской программой, все, что связано на заработке, по привлечению инвестиций и помощи проекту, все, что связано с региональными представительствами. Да. Если вам это интересно, если вы планируете зарабатывать не только там, на увеличение стоимости акций в будущем, получение дохода на этих акций, но вы хотите активно зарабатывать, то есть приходите в четверг на вебинар, и в этом во всем будет рассказано. Потом, также пробежим сейчас по мелким вопросам. Также, как вот сделать первую инвестицию? Многие пишут, там, что делать, да, вот, я хочу участвовать. Ну, первое, заполнить форму. Второе, это выбрать те реквизиты, которые вам удобны. То есть для этого нужно писать либо мне, либо Сергею Семенову. Да, мы вышлем вам реквизиты. Вы выберете, куда вам удобно перечислить. Там Сбербанк, Тубмани, Киви, что угодно. Переводите деньги. Пишите там тоже, например, мне в личку о том, что вы перевели. Там, и свой email, допустим. Да, я посмотрю в базе, как собственно, вашу инвестицию занесли в реестр или нет. Ну, пока что не было случаев, чтобы кого-то потеряли. Но если хотите, скажем так, уточнить, вы можете это сделать. Вот, это по поводу вот, тоже вопроса, читали ли моя инвестиция, поэтому лучше сразу пишите мне свой email, чтобы я сразу посмотрел, потому что иначе пишут там, читали ли моя инвестиция, но я же не знаю там, с какими учетными данными вы делали перевод, да, приходится там время тратить на это и прочее. Вот, про партнерскую группу. Очень много заявок в партнерскую группу, очень-очень, просто невероятное количество людей хотят быть партнерами активными. Вот, и Сергей Красильников, да, он ответственный за то, чтобы людей в партнерскую группу добавлять. Для того, чтобы в партнерскую группу попасть, вам для начала нужно заполнить форму. Вот, поэтому можно делать так. Вы можете сразу, какой алгоритм получается, да, вы добавились в партнерскую группу,
сразу сами напишите Сергею Красильникову. Скажите, чтобы он вас добавил, чтобы он выслал вам форму. После того, как вы форму заполнили, напишите ему, что форма заполнена, добавьте меня. Он вас будет добавлять, потому что у него уже лимит на сообщение, он сам всем вперед пишет. Вот, а ВКонтакте там уже, когда... Ну, нельзя очень много сообщений рассылать, когда люди у вас не в друзьях, поэтому просто уже лимиты. Поэтому пишите ему сами, это ускорит процесс, и всем будет проще жить от этого. Вот, далее, по поводу, самый, конечно, популярный вопрос, когда будут сайты личных кабинетов. Сайты личные кабинеты будут в течение, скорее всего, июля месяца. Где-то вот в течение 2 месяцев мы надеемся, что сайты личных кабинетов будут готовы. Это не быстро, и на самом деле, то есть тут такой процесс, что нельзя сделать сайт и все. То есть сайт в любом случае это всегда процесс, он всегда будет дорабатываться и доделываться. То есть сейчас цель просто сделать на сайт, да, и личный кабинет, который будет функциональный и который может быть пользоваться. Доделываться они будут еще там очень долгое время, но вот надеемся, что какой-то приемлемый вид, качественный, да, они будут уже в течение ближайших 2 месяцев проведены. Вот, такие вопросы еще, кстати, вот тоже такой вопрос постоянно задают, зачем мне сейчас инвестировать, уже дадут личных кабинетов, когда будут нормальные там партнерские ссылки и прочее, прочее. Я могу сказать вам так, то, что сейчас просто происходит какой-то невероятный ажиотаж, люди целыми структурами из других проектов переходят, и мы сейчас их уже регистрируем, и все партнерские связи расставляем, и потом, когда будет личный кабинет, эти партнерские связи все будут учтены. Поэтому если вы там планируете ждать, пока будут личные кабинеты, вы просто-напросто дождетесь того, что все ваши люди активные, которые там где-то с вами вместе участвуют, что они все просто уже будут в других структурах. То есть это тоже нужно понимать. Это первый момент. А второй момент, что, конечно, дисконт, то есть да, дисконт до появления личных кабинетов и сайта будет максимальный. То есть те люди, которые сейчас проинвестируют, они получат максимум от этого проекта. То есть лучше условий никогда точно не будет, потому что мы прекрасно понимаем, что люди рискуют, да, вкладывать сейчас, потому что нет стабилизации, ничего. Это самый большой риск, и он должен быть, скажем так, оправдан для этих людей. Поэтому дисконт будет очень существенным. Конечно, сейчас будет вопрос, какой именно дисконт, но об этом вот тоже на днях будет вебинар, тоже отдельный там, мы его проведем, все объявим. Вот, но как бы суть, надеюсь, вы поняли. Ну и такой тоже вопрос очень важный по поводу партнерского вознаграждения. Будут ли его уплачивать до того, как сайт и личный кабинет появится? Да, будут. И более того, его начнут уплачивать уже с этого четверга. То есть сделаем так, поскольку пока что все вручную, в ручном режиме, выплаты, значит, запрос на выплаты можно будет делать раз в 2 недели партнерского вознаграждения, начиная с этого четверга. То есть давайте договоримся так. В четверг, раз в 2 недели. Да, в четверг, можно будет написать, там, куда писать конкретно, мы позже в группе объявим, да, о том, чтобы вам выплатили партнерское вознаграждение, и, собственно, оно будет вам вводить. Без проблем. Объявим мы в этом. Так, ну, собственно, такие вопросы, коротко, которые я хотел, значит, обозначить, я его не сказал. По-моему, не знаю, забыл, ему что, не забыл, вроде бы нет. Потому что я себе выписал, точно нет. Так, ну, главное, что я хочу сказать, говорю, я все-таки обязательно составлю этот факт. Я хочу, чтобы все вы, да, после вебинара зашли в группу, там, ну, где-то в течение следующего дня, точно будет, значит, страничка с ответами на все вопросы, интересующие людей сейчас. И, пожалуйста, давайте делать так. Прежде чем задать вопрос кому-то, там, из администраторов группы, допустим, вы сначала заходите на эту страничку, вы смотрите ответы на вопросы. Если вы своего вопроса не находите, в таком случае вы пишете. Вот, а так, конечно... Иначе просто уже ничем другим заниматься времени не остается, но только отвечая на вопросы, потому что мы как первоисточники информации, да, и пока что еще и поручить некому. Ну, поэтому приходится. Так, вот еще что скажу. Значит, наверное, если какие-то вопросы у кого-то остались, все равно, да, я уже сказал по поводу ПАК, но все же, я сейчас в чат, значит, вебинара в свою ВКонтакте отправлю, вы можете мне писать. В принципе, я всем отвечаю, достаточно быстро стараюсь это делать. Вот. Так, ну сейчас что? Сейчас еще Дмитрий Дуно выступит, то есть ответы на вопросы, которые вы ему задавали чаще всего. Кстати, тоже скажу, не обижайтесь те, кто ответы на свои вопросы не увидел, потому что вопросов очень много, я постарался как все вопросы в некоторые кластеры объединить и ответить на них, чтобы большее количество людей не обиделись на меня.
Так, ну, наверное, не знаю, наверное, сегодня с вами прощаюсь, но еще попозже выступлю. А сейчас, как я уже сказал, Дмитрий Бенов ответит на вопросы, и потом в конце Сергей Семенов тоже выступит. Вот обязательно дождитесь, он кое-что очень интересное сегодня расскажет. Данные права администратора, нужно нажать на вот такое, где окно, где видео, окно, все, где и те вопросы, которые я вам скинул. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я постараюсь вкратце ответить на те вопросы, которые вы задаете. Значит, ну, первое отвечу, наверное, в контактах. Значит, какие вопросы идут? Насколько я помню, ваш проект был представлен на Симикс, проект не вышел на сбор или не собрал средства. Нет, мы не выходили ни на Симикс, ничего не собирали, никаких, ни краудфандинговых платформ, никаких сборов, никаких народных проектов до сегодняшнего дня мы не начинали. Поэтому это не соответствует действительности. Выходили на СРВК. И не получил поддержки, после чего вышел на краудинвестинг, это проект Юнинска. Были ли у вас попытки связаться с РВК, или ваш проект не является венчурным? Да, выходили, мы выходили и на РВК, выходили на другие фонды всевозможнейшие, но мы не смогли договориться с ними о нормальных условиях, потому что этот капитал работает немножко по другим принципам. Они всегда пытаются выкручивать руки и получить все себе, а тебе, дяденька, на мороженое валить сюда. Тем более они ничего не понимают и не могут понять, и не хотят даже понять ту модель бизнеса, которая предлагалась. Потому что им очень понятно, допустим, такая модель, когда они берут, допустим, ну вот зубная щетка, да, мы будем выпускать зубную щетку. Очень хорошо. Тот же самый Сколково, будем выпускать самолетик, да, или там 3D-принтер. Да, хорошо. Все ясно, понятно. И все, очень простые. А вот такие проекты, они им непонятны. Абсолютно непонятны. И они боятся, потому что они в них ничего не соображают. Они боятся в них заходить, потому что боятся, что они не смогут контролировать все, как они привыкли. Поэтому и не удается договориться. Но, тем не менее, что произошло сейчас? Значит, как только начал работать проект вот этот, тут же все те крупные инвесторы, которые были якобы инвесторами, они зашевелились. Почему? Потому что они надеялись на то, что, ну, куда денутся эти ребята, да, мы вот немножко подождем, они как зрелый плод упадут в наши руки. Или, переводя на китайский, посидим на берегу, когда мимо нас проплывет уже тело врага. Ничего не получилось. И они это поняли. Поэтому запуск этого проекта на начало, которое пошло, очень сильно перераспределил позиции. Плюс ко всему, надо не забывать о том, что о нашем проекте хорошо знают все специалисты. И специалисты ведущих западных компаний, таких как IBB, Siemens, AEG, General Electric, они все это знают, прекрасно отслеживают и мониторят. И вот Siemens на сегодняшний день имеет очень большие рычаги влияния как на еврорынке, и в европейских странах по сегментам рынка, по всем, точно так же и по российскому сегменту. Когда мы провели хорошую демонстрацию результативную в метро в Питерском и в других местах, мы не смогли договориться ни о чем. Почему? Потому что они говорят: ребят, мы вот тут вот заключили с Siemens договор, они поставляют нам двигатели. А мы даже болт не можем открутить, потому что мы нарушаем их права. У нас гарантия там и так далее, и так далее. Хотя на самом деле по ночам электрики занимаются ремонтом, устраняют все эти поломки и так далее. Но внутренняя кухня, она работает. И наш потенциал, и их потенциал воздействия, да, давление, стимулирование, лоббирование, он не сопоставлен. Поэтому продавливать. А что продавливать, собственно говоря? Да? Вы же все прекрасно понимаете, как работает этот бизнес. У них свой мир,
свои интересы. Они в нем живут, и им наши новые технологии, они не нужны. Потому что намного проще сделать трансфер технологий, завести технологии за рубежа, за это денежки заплатить, а чем больше проект, ну, тем больше, естественно, интерес лиц, принимающих решения. Значит, почему так быстро запустились, даже сайт не был готов и так далее. Понимаете, работа по запуску этого проекта инвестиционно, она велась больше 2 лет. Взвешивали риски, смотрели, прикидывали, организовывали и все делали, исходя из тех средств, которые были в наличии. Потому что мы никаких инвестиций не привлекали. Все это зарабатывалось собственным горбом. То, что мы зарабатывали, вкладывалось в разработку в основном и в его продвижение. Участвовать в выставках и так далее. Все это стоит больших денег. Но ситуация сложилась таким образом, что надо было принимать решение. Потому что откладывать дальше было нельзя. Слишком много сил было направлено на то, чтобы проект придавить. Потому что даже по Роспатенту велись работы, потому что те же самые патентные тролли, они, как говорится, на зубок пробовали патенты, пытались их обрушить. Пытались снивелировать, снести до мизера, для того, чтобы потом за минимальнейшие суммы, в принципе, завладеть всем этим хозяйством. Но не получилось, потому что там не один патент, там десятки патентов, которые взаимно сцеплены. И обрушить один патент или второй, это, в принципе, ничего не удалось. Также не нашли пока и рычагов воздействия на нас. Поэтому эти попытки были приостановлены, но тем не менее широкому распространению проекта препятствовали на всех уровнях. Потому что те же самые Росэлмаш заявили, как очень простую фразу сказали: ребят, вот вы занимаетесь там своим металлоломом, мотайте там двигатели, а вот мы тут взрослые дяди, сюда не лезьте, мы будем двигатели выпускать. Хотя на самом деле они уже давно практически не выпускают двигатели. Потому что на самом деле все, подавляющее большинство двигателей делается в Китае. И если раньше хоть шильдики, лейбочки вешали в России, то сейчас и лейбочки там вешали. Но после обрушения рубля, конечно, некоторые попытались вернуть производство сюда, назад, в Россию. Но не так-то это просто. Специалистов потеряли. Оснастка технологическая и так далее. Все это деградирует, если она не работает. Вот, и процесс стал достаточно трудным. Конечно, часть продукции, это оборонного назначения и так далее, она продолжает выпускаться. И продолжала. Тут не уронили. Слава Богу, не уронили. Но, тем не менее, ситуация очень нехорошая. Вот, ясно понимаю, что вот время подошло такое, что надо было принимать решение. Поэтому стартанул. Поэтому никакой там паники, ничего не было. И надо действительно потерпеть. Ребята сделают и сайты, доработают, все сделают, все это будет работать. И тут нет никакого обмана. Какая компания будет продавать и получать доход от мотор-колес? Ну, тут не только от мотор-колес. Тут от всей технологии будет получать компания, которую сейчас будем создавать. И именно она, эта компания, будет 50% отдавать инвесторам. Роли функции НПО ВТЕ в предлагаемом бизнесе. ВТЕ – это компания, которую учредила АСПП, то бишь мы. Вот ее задача – это подготовка площадок и подготовка решений с администрациями, с отведением земель, учреждения предприятий, тех предприятий, которые будут заниматься уже непосредственно производством конкретных типов двигателей. Это производственные, не технологические предприятия, которые мы сейчас создаем с вами, а те, которые будут отчасти и потребителями. Но этот шаг был сделан превентивный, собственно говоря, потому что он требует больше времени, чем то, чем мы с вами занимаемся. Поэтому к тому моменту, когда вот эта инжиниринговая компания начнет выдавать технологию, будет создано уже предприятие по производству двигателей. И сразу же автоматически все это будет переплывать туда. Вот такая модель. Расскажите о главных, основных преимуществах вашей технологии. Главное преимущество очень простое. На сегодняшний день в Европе, в мире приняты классы энергоэффективности Е1, Е2 и Е3.
Значит, и Е1 – это низкий класс, выпускает Россия. И Е2 действовал в Европе, сейчас действует и Е3. И на сегодняшний день запрещено введение в оборот двигателей классом энергоэффективности ниже ИЕ-3. Все разработки современные этих электродвигателей приводят к тому, что двигатели получаются более крупные, более материалоемкие и стоят дороже. Удельная мощность у них меньше, на килограмм веса меньше мощность двигателя. Наша технология позволяет получать двигатели, которые имеют удельную мощность выше, чем у класса ИЕ-1 и меньше материалоемкость. Они дешевле в производстве. И они более экономичны, чем те, которые введены в классах Европы, которые на сегодняшний день еще не все даже разработаны. Почему не удалось договориться с крупными инвесторами о финансировании технологии? Ну, я уже немножко объяснил. Да? Мы договорились, но они готовы. Но мы на тех условиях не хотим с ними сотрудничать. Условия должны быть либо партнерские, равноправные, да, пропорционально, долевые, либо никакие. И второй момент. И зарубежные все инвесторы говорят: ребят, поднимайте свои задницы и переезжайте все туда, в Европу. А я не хочу. И наши партнеры тоже не хотят. Те члены команды, они не хотят уезжать за рубеж. Им здесь хорошо. Расскажите о сотрудничестве с разными организациями, такими как Сколково. Ну, смотрите, в Сколково мы вошли чисто. Никаких платежей мы не делали, никаких взносов, ни откатов, ничего не давали, ничего этого не было. Все нормальным путем. Мы отправили заявку через интернет. Нам ее вернули. Сказали, что вы не удовлетворяете требованиям. Ну, там эксперты голосовали и так далее. После этого, а какому требованию? Нет импортного партнера. После этого у нас есть член команды Виктор Аристов, он гражданин Германии. Мы ввели его в команду, и все, проект прошло. После чего я задал вопрос, говорю: ребят, а что, технология от этого хуже стала? Или лучше стала? Что произошло? Почему? Как это влияет? Ну, мне доказывается, должен быть импортный человек, импортная компания и так далее. Тогда он может войти. Значит, основное взаимодействие у нас каким образом происходит? Когда у меня плохое настроение, я звоню и начинаю рассказывать, в чем они не проводят. Но, слава богу, сейчас добились того, что они перестали требовать от нас бумажной формы отчетности, перестали требовать квартальные, только сейчас полугодовые и годовые. Обращались с ними за грантами, они показали дырку от бублика. Почему? Потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, на счетах, на депозитах больше 8 миллиардов рублей, намного больше. И они проценты депозита имеют, их устраивают, зачем его раздавать? И вы сами, наверное, по телевидению видели, какие достижения демонстрирует Сколково. К сожалению. Да? Да, ребята еще учатся. Да, мы наблюдаем, что за вот время, пока мы являемся участником Сколково, ну, есть некоторый прогресс. Но лучше бы они учились где-нибудь в другом месте и не на действующих проектах. Потому что, вы меня извините, лучше набрать тех людей, которые что-то понимают и своими руками прошли этот путь внедрения, и их набрать туда, привлечь для того, чтобы взаимодействовать и развивать этот проект. И чем они набирают менеджеров, которые вообще ничего не понимают. Это в советское время была антиалкогольная компания, и ну, работала на предприятии, и председателем комитета по борьбе с употреблением алкоголя назначили человека весьма пьющего. Я спрашиваю, зачем? Ведь вроде бы как? Ну, он же все это про это знает, да? Он не будет ломать дрова, да? Он не перегнет палку. Где используется ваша технология уже сейчас? Значит, на сегодняшний день технология используется уже, начиная с 95 года, как она начала развиваться, да? И по сей день это уже 22 года по мере ее развития. Она применяется на сотнях тысяч двигателей. Сотни тысяч двигателей, которые сегодня работают в разных отраслях промышленности, народного хозяйства, по всей территории не только бывшего Советского Союза, но и Европы. На сайте двигатель.myfor.ru в основном разделе есть там счетчик установленной мощности, где люди добровольно, кто хочет,
носит мощность двигателя, который он перемотал, переделал на славянку и смонтировал. Но это толика лишь, очень мало поверхностного толика. Но тем не менее, на сегодняшний день уже можно говорить о том, что как минимум одна электростанция выведена, условно скажем, выведена из эксплуатации, потому что экономится электроэнергия, которая, на производстве которой потребовалась бы одна тепловая электростанция. Почему бы не запустить мелкосерийное производство уже сейчас? Мы этим сейчас с вами занимаемся, потому что вот даже те деньги, которые на сегодняшний день зайдут, вернее, уже зашли, они уже распределены, уже поставлены задачи перед конструкторами по разработке оснастки. Вот. И как только будет достаточная сумма, тут же будет эта оснастка заказана и будут заказаны детали, но пока по кооперации. Эти детали, и запускать мы вообще планируем эти детали колобка 318 габарита. И первым мы запустим 318 колобок. Да, это вот то мотор-колесо, которое больше всего подвергнуто было тестированию. Мощное колесо. Да, оно не столь массовое, но на него есть конкретные потребители. Причем эти потребители, они достаточно состоятельны, потому что сделать мощный байк может человек с хорошим уровнем дохода. Вот, поэтому есть понятие, что вот эти вот первые партии, они будут скуплены. И по ним велись переговоры и с западными партнерами. Так что уже запускаем, уже запустили. А потом уже, когда будет создано само предприятие, будут производственные мощности, естественно, там будут работать другие, более серьезные проекты. Есть ли патент на вашу технологию? Как вы планируете бороться с копированием? Патенты есть, их много. Они закрывают как принципы построения этих обмоток, так и конкретные схемы. Схем разработано больше 200. И вот представьте, даже если одну схему в день проверять, как она работает, это больше года. А на самом деле все эти схемы были проверены не на одном двигателе, каждая схема, а на разных габаритах было проверено. И наблюдались не один день эти двигатели. Поэтому работа была проделана, поверьте, колоссальнейшая. Очень настолько громаднейшая, и к ней было привлечено столько обмотчиков и людей на производство, что даже я не знаю всех участников. Поверьте, это была сделана гигантская работа. И вышли мы на проект уже не с идеей, как выходят другие, а уже с готовой технологией. Это небо и земля, это абсолютно разные вещи. Это проект, который уже показал жизнеспособность годами, многими годами. И это всего лишь развитие проекта. Потому что мы, когда заходим к иностранным компаниям, они говорят: о, отлично, ребят, вы продемонстрировали великолепный двигатель, потому что мы взяли, перемотали, поставили двигатель на их же изделия, транспорт и так далее. Это отлично. Где мы можем его купить? Мы говорим: нигде. Пока нигде. Ну, а что вы тогда хотите? Вот поэтому и занялись тем, что сейчас мы поставим вместе с вами технологию производства этих двигателей, отработаем в рамках вот того предприятия, которое создается, отработаем технологию, поставим технологию и будем продавать продукт. Либо люди будем продавать непосредственно само производство. И то весьма выгодно мероприятие. Где будет расположено производство и почему? Значит, производство технологии, вот этот технологический центр, лучше всего приблизить как можно ближе к разработчикам, непосредственно к команде, к тем технологическим возможностям и квалифицированным кадрам, которые требуются в проекте. Это вот удобное расположение Алабуша. Почему? Значит, во-первых, финансовые потоки здесь. Раз. Второе. Те потоки, которые будут проходить через эту компанию, для Москвы они мизерны. Если то же самое расположить в Вологде, либо, допустим, в Тольятти, то за эти деньги туда приедут Коптевские, да, и вместе со всеми взятыми, и те, применяя терморектальный криптоанализатор, извините, вы поделитесь с ними. Зачем это нам? Раз. Второе. Железная дорога. Москва-Питер. Позволяет, вот это месторасположение позволяет привлечь трудовые ресурсы, квалифицированные кадры с ближайшего Подмосковья. Третье. Таможня прямо рядом. Грузовой терминал рядом. Великолепнейшая транспортная развязка. Все достаточно удобно.
и компактно. Да, есть проблемы. Раньше это была федеральная программа. Сейчас это муниципальное, это подчинение московского правительства. Есть там много вопросов. Еще непонятно, сможем ли мы войти, сможем ли мы убедить чиновников. Если нет, есть ряд запасных вариантов. Это не конечный вариант. Поэтому мы всегда просматриваем несколько возможных вариантов реализации. Вот почему? Потому что достаточно практичные, прагматичные люди. Мы понимаем, что если ты упираешься только в один вариант, тебе могут даже руки выкрутить. Это все понимают. Да? Поэтому всегда должна быть альтернатива. Тогда проще договариваться. Какой вы видите вашу будущую компанию через 10 лет? Как в одном фильме говорил герой, не нам, а вам. Не мы, а вы. Это «Свадьба в Малиновке», да? Компания не наша, а наша вместе с вами. Второе. Это, я думаю так, что через 10 лет это будет не одна компания, это будет группа предприятий, это будет концерн, который будет охватывать практически все отрасли. И эта технология будет распространяться на многие предприятия, которые мы с вами должны будем создать. И учитывая, что патент действует 20 лет, как раз они еще будут действовать. Мы с вами сможем зарабатывать. Ну вот в основном все ваши вопросы, если есть какие, которые мне передали. Если есть еще вопросы, на которые не ответил, давайте я с удовольствием отвечу. Так, ваш блок питания на трансформаторе будете продвигать? Трансформатор будете продвигать? Ну, мы делаем не только трансформатор, много чего делаем. Смотрите, сверху слева над презентацией есть вопросы. Вот зайдите в них, нажмите. Сверху слева, где в презентации есть вопросы. Не вижу. А вот вопросы 22, да. Есть ли сроки исполнения плана реализации? По идее, мы должны вложиться... Основное производство должно заработать в течение 3 лет. Значит, в течение этого года мы должны выйти на производство первого изделия по кооперации и отладить первый. А уже само предприятие, само производство должно начать работать, полноформатно функционировать к итогу 3-го года. На какие объемы продукции должны выйти? Мы должны выйти на проработку и разработку 3 проектов в год. Это значит, мы должны будем разработать и поставить технологию производства 3 моторов, да, условно говоря. Так. Что здесь еще? Сейчас, извините. Войдете ли в Алабуша? Да, будем пытаться войти. Я сказал, мы сейчас готовим документы. На первое, это мы должны создать юридическое лицо. Второе, мы должны подать, оформить заявку на вхождение особой экономической зоны. И третье, мы должны убедить московское правительство и комиссию, которая рассматривает эти проекты, в том, что мы состоятельны. И в данном случае мы позиционируем, что инвестиции, которые сейчас вносятся, все остальное, это вносится не в это оборудование, это вносится в ту команду, в тех людей, профессионалов, которые работают. А состоятельность этой команды продемонстрирована и теми продуктами, которые мы разработали, поставили в производство, да, потому что, допустим, тот же Горыныч, мы с нуля создали предприятие, создали продукт, поставили его в производство, создали дилерскую сеть, обслуживание и так далее. И этот продукт целый ряд лет давал нам доход, достаточный для того, чтобы мы создали вот эту технологию. Он кормил нас, поэтому доходность и вообще работоспособность этого проекта, она доказала состоятельность команды решать эти задачи. Это тот продукт, который сейчас на виду. Помимо этого, там были и другие продукты, но для других тематик они не так показательны. Так. Сейчас. Какова рентабельность и стоимость изделия в итоге? Итоговый продукт, ну, допустим, если на примере 318 колобка, там доходность достаточно приличная,
которая не в единицах процентов отличается. Почему? Потому что на сегодняшний день есть такое правило. Значит, цена производства, цена предложения, цена спроса и цена продажи, они должны находиться в гармонии. Причем цена продажи, она должна лежать выше цены производства, ну, так же себестоимости. Да? Но при этом мы четко понимаем, что мы должны, для того, чтобы это все продавалось эффективно, мы должны предлагать дилерам такую цену, на которой бы они смогли тоже что-то зарабатывать, да, и содержать, и обслуживать и так далее. Да? Но в то же время акционеры должны получать адекватные, хорошие проценты, которые всегда выше, чем то, что дают другие проекты. Понимаете, вот максимальные проценты, максимальную доходность обеспечивают те проекты, которые только вот, и технологии, которые только вводятся. Да? Даже на существующих электродвигателях там маржа очень маленькая. Там много не заработаешь и новых предприятий не создашь, потому что там Китай, все остальные там есть. Да? И все, там это не сделаешь. А здесь, пока не раскочегарится, можно поднимать. Так, вопрос, ну, сколько времени нужно для изготовления нового мотора в старых условиях, то есть, что у вас есть? О, это очень долго, это очень дорого. Да и себестоимость сумасшедшая, поэтому мы единичные не делаем, только для тестирования. Это основные характеристики по затратам использования ДВС, других мотор колес и этого. Но на сегодняшний день можно сказать, что дешевле, чем асинхронный двигатель, электрическая машина за 1 кВт, ну, установленной мощности, не существует. Это самая дешевая, самая надежная машина. Так, если аналоги данного мотор колеса, почему именно это колесо будет дешевле и эффективнее? Ответил сейчас. Сейчас патент можно обойти, пока не обошли. Если данное мотор колесо разберут, смогут ли его самостоятельно изготавливать те же производители машин? Да, пожалуйста. Но дело в том, что у нас есть решение, которое позволяет сделать еще лучше. Мы вот сейчас запустились, да? Если начнется копирайт, мы быстренько запустим реализацию второго решения, третье, четвертое. И поэтому будут гоняться до посинения. Как только почувствуем, что выходит, мы новое решение. Они же уже затратились. Им придется по новой затрачиваться. Да? И так несколько раз, 3-4 итерации, и больше никакого желания не возникает. Это тоже проверено. Так, сейчас. Можно узнать, насколько выгодно данное мотор-колесо для бизнеса, чтобы ставить ее на свои транспортные средства, например, на машину, там она... Вместо чего-то с дополнением. Какая выгода потребителю? Потребитель очень простая. Если мы возьмем машину сопоставимого класса с одним мотором, центральным, на коробке, там, когда есть задний мост, есть дифференциал и так далее, там расход составляет 170 Вт час на километр пути. Если мы ставим 4 мотор колеса, то там 60-70 Вт час на километр пути. Это получается, что где-то в 2-3 раза меньше вы будете тратить электроэнергию, значит, 2-3 раза больше пробег. Либо в 2-3 раза меньше заплатите за стоимость батареи. По-моему, это неплохие показатели. Интересуют все подробности участия. Это к ребятам, которые занимаются этим. Так, есть возможность научиться быть обмотчиком. Есть возможность. Но, как правило, даже в советские времена обмотчики были самоучками. Это должно быть в крови. Это очень серьезно. Это надо сесть с действующим обмочком, освоить эту профессию интересная, но руки будут пудраны в кровь. Поэтому и мозолистые, но пальцы сильные. Не получится так, что получится перехват управления крупных акционеров, впоследствии отодвинут от управления, как Стива Джобса. Раздербанят компанию и положат патенты в стол. Ну, во-первых, Стив Джобс раздербанил Возняка и Ладзинского, да? Потому что он их раздербанил очень по-крупному. Но и то, что он потом попал, это его вина, да, он сам такой же. Поэтому там все по-другому. Но и смотрите, это предприятие, оно дает технологию. Да? Но перехватили они управление, да, ради бога. Да? Но ведь вопрос в том, что инвестиции то в команду на самом деле идут. И ценность представляют те специалисты, которые обучены. Потому что вот у нас приезжали с одного завода, не буду сейчас называть, какой именно? Значит, они хотели освоить технологию работы в среде ANSYS Maxwell, программу, с помощью которой мы работаем. Они понаблюдали, после этого пришли к заключению, что они учить своего специалиста не будут. Потому что обучение займет 3-5 лет, больших денег, но человек, когда будет обучен, его всегда купят.
и он уйдет туда. И они опять потеряют. Значит, чтобы он не ушел, его надо сделать акционером, и крупным акционером. А никто этого делать не хочет. А тут дело в том, что я вообще был, не хотел бы уходить в, ну, вот, в учредительство этой компании. Да? Вот, но тем не менее, я за то, чтобы все ведущие специалисты вошли в состав учредителей этой компании, для того, чтобы они были связаны с этой компанией, и чтобы их невозможно было выдернуть. И поэтому, что значит крупный акционер? Ну да, 50% он имеет, но 50% плюс одна акция будет находиться у инициатора этого проекта. И не так-то просто все это сделать. Поэтому, поверьте, я занимался корпоративным управлением, санациями предприятия, антирейдерством. Вот кто меня знает, они знают, о чем идет речь. И в свое время прошли Крым и Рым. Планируете выводить корневую компанию на IPO? Конечно, надо будет выводить. Не совсем было понятно про отношение к Сколково, проект участник Сколково, но вас не информируют, и тем не менее вы на балансе у них. На каком балансе мы не числимся? Зачем тогда вы у них там значитесь как участник? Как это может быть? Мы вошли в проект Сколково, да, получили льготы по страховым взносам и по налогу на прибыль. Но прибыли у нас нет, потому что мы все тратим в разработке. Зарплаты маленькие, небольшие, да. Чтобы там, поэтому, ну, что, ну, дает она нам какой-то некий статус, да. Оно нам не мешает, и мы им не мешаем, этому сколько. У нас паритет, некоторые преимущества есть, да. Ну, и нормально, и живем. Поэтому участник Сколково, и мы у них на балансе не числимся, размечтались они. Это они могут свои там структуры на балансе держать. Мы не зависим от них. Так, что, чтобы защитить инвестиции, вы, наверное, будете регистрироваться в британской юрисдикции. Инвестиции, ну, это посредническая, ну, это непосредственно финансовый инструмент, который будет, да, он в другой юрисдикции будет. На IPO будем выводить. Вы встречались с Ярославом Старухиным? Да. Почему не сотрудничаем? Ярослав Старухин, он гуманитарий, он хороший медийник, скандальный медийник. Да? Не его вина, что ему попадаются проекты, ну, такие вот несостоятельные, да. Но тем не менее, он работает на ограде, он работает, вот, у него есть своя среда, у него есть своя публика, свои зрители, которые с ним работают. Я уважаю его как специалиста. Знаете ли вы Юницкого? Если да, то планируете с ним как-то сотрудничать? Нет, Юницкого я не знаю. Ну, если надо будет, будем сотрудничать. Ведь сотрудничество какое? Потребитель продукции. Да, а так, я не знаю даже. Будут совместные проекты с КВИ. Ну, жизнь покажет. Как дела с 205-м Колобковым? Да, он просчитывается сейчас, компьютером обсчитывается. Программа работает, готовится, но просто, понимаете, мы не можем параллельно делать слишком много. Не хватало рук. И не хватает средств для того, чтобы бежать еще быстрее. Мы сейчас стараемся как можно быстрее запустить проект, чтобы он не потреблял деньги, а начинал отдавать деньги. Потому что слишком много в него вложено. И растягивать это удовольствие бессмысленно, потому что она будет съедать и съедать деньги. Чем быстрее будешь двигаться, тем меньше будут затраты, тем быстрее наступит отдача. Поэтому надо одно довести, заниматься другим. Скорее, примерно, применено мотор-колесо. Имеет ли оно вообще... Мотор-колесо нет, мы со Скавеем не работали. Еще и не, там не применяли. Ну, потребуется, посмотрим. Это их желание, а не наше. Если будет целесообразно, то будет применяться. Спасибо. Вроде на все вопросы ответил. Есть еще? Так. Алан Маск не предлагал услуги? Нет, не предлагал. А Ю-мобили загнутся, а ваши двигатели можно продвигать? Ю-мобили загнутся. Все, Александр, да. Большое спасибо, а то мы начали спасибо, из лимита. Большое спасибо. Есть еще? Есть еще? Так. Алан Маск не предлагал услуги? Нет, не предлагал. Так. Алло, все слышно, да? Меня прошло этот, я просто не вижу, что экран. Коллеги, смотрите, просто мы стараемся вебинары не выходить за пределы часа, да, иначе будет потом тяжело другим смотреть, поэтому мы с удовольствием ответим на все остальные вопросы, потому что в начале проекта вопросов
будет очень много у нас завтрашних вебинаров и так далее. Вы... Слышно? Так, коллеги, слышно меня или нет? Сейчас скажите, а то я тут с микрофончиком. Паш, слышно меня? Да, да. Да? Да, коллеги, значит, продолжаем. Смотрите, у нас буквально несколько минут осталось до конца. По вопросам Дмитрию Александровичу, говорю, еще будет не один раз возможность их задать, поэтому готовьте их, их выбирают. Значит, а я все о своих баранах, о том, для чего я здесь, как бы, да, и о цифрах и так далее. Ну, значит, смотрите, то, что первая хорошая новость о том, что мы перевалили за миллион, вредная привычка, о том, что мы перевалили за миллион, я уже сказал, раз. Второе, нам осталось 2 человека в группу для того, чтобы нас стало 7 тысяч человек. Когда мы начинали этот проект неделю назад, нас было 6 тысяч человек. Поэтому будет очень здорово, если вы пригласите кого-то, и мы перевалим за 7 тысяч сегодня. Дальше, по поводу партнерских выплат. Весь реестр, все зачисления сейчас ведутся вручную. Также зачисление партнерских также ведется. То есть все, кто кого-то приглашал, будьте уверены, что вы получите свое вознаграждение. Сами сможете его использовать, как пожелаете. Либо проинвестировать обратно, либо вывести. Значит, на текущий момент предлагается следующий регламент, что раз в 2 недели по четвергам все, кто желает что-то сделать со своими партнерскими, либо запросить их количество, либо как-то использовать, будете писать, сейчас будет инструкция определенная, по ней так действовать. Дальше, касаемо тех, кто хочет стать региональными представителями. Этот отдел сейчас формируется, значит, и вот у меня прям предложение к вам. Если есть среди вас тот, кто руководил когда-либо отделами партнерских продаж, либо просто отделами каких-то компаний, которые знают, как организовывать поиск партнеров, писать регламенты, инструкции, ставить цели, контролировать исполнение. То есть, кто готов стать руководителем этого дела, его возглавить, создать и так далее, напишите, пожалуйста, мне, мы с вами пообщаемся, вместе это все сделаем, но нужен руководитель. Значит, это касаемо тех, кто приходит в партнерскую группу. Значит, там сейчас порядка 250 человек. Порядка еще 250 человек подали туда заявки на вступление. Всем этим людям, или не всем, должен был уже написать Сергей и выслать анкету для вступления в закрытую группу. Он говорит, значит, что всем. Те, кто ответили на эту заявку, того Сергей добавляет, если там все адекватно, разумеется, написано. Потому что в закрытой группе та информация, которая, не нужна всем. Это может, не то, что навредить проекту, но это лишнее будет. Вот, поэтому... Посерьезнее просто нанеситесь. Позиция такая, что если вам нечего написать в этой анкете, в этой группе вам делать нечего. Это точно для вас. Вы просто хотите что-то там, инсайдерскую информацию получать. Так это не делается, это не обмен. То есть это... Так, дальше, вот по партнерам группы вступайте. Значит, следующее, что я хочу сказать. Я посмотрел, что у нас сегодня вот тут кто-то в чате написал, что давай условия. Я подумал, условия практически готовы. И сейчас вот для вас будет такой сюрприз, о котором я обещал с самого начала, и инсайт. Сейчас мы вам покажем пакеты, которые будут доступны для инвестирования, полная презентация которых будет завтра. Это раз, то есть, но они будут написаны без дисконтов. Просто пакеты, которые будут, и как бы структура, которая будет. И пока не партнерская, ничего, просто пакеты, которые будут доступны для инвестиций. Сейчас мы вам расскажем. Для чего мы вам сейчас про них расскажем? Первое, так как сегодня у нас... первый миллион, а цель у нас на этот месяц минимум 10 миллионов, поэтому есть прекрасное предложение. Вот, значит, смотрите, давайте проголосуем, кто хочет прокатиться на велосипеде, на котором Женька постоянно снимает, возможно, на скутере. Кто хочет сам в Москве в июне протестировать разработку и понять у нас какие-то ощущения, лично пообщаться, все вместе собраться, провести такую живую конференцию, мини-конференцию, посмотреть друг на друга, попить чая, человек 100, 200, 300, может быть. В Москве это будет в районе Сокольников, то есть в субботу. Вот, вижу отлично, что многие хотят. Поэтому я сейчас выдвигаю такое предложение, что 24 июня в субботу в Москве, в районе Сокольника, там, где можно покататься будет, там, где красиво, где, в Москве немного, хороших мест, будет снят конференц-зал, то есть там будет разная программа, то есть можно будет и
Ну, то есть и часть на улице с выступлением, может быть, мы там даже амфитеатр снимем открытый, посмотрим по погоде. Вот, приезжайте, кто из Москвы. Так что мы соберем, значит, наша задача будет собрать туда порядка, наверное, 300 человек, чтобы совсем было все хорошо. Значит, ориентируйтесь, 24 июня, суббота. А теперь дальше. Презентация пакетов. Значит, презентация пакетов будет необычно. Паш, включи, пожалуйста, презентаж. Сейчас появится презентация, можете все ее посмотреть. Это доступные пакеты. Кто знает, как смотреть презентацию, кто не знает. Дим, ты без этих, без обид. Так. Включаешь? Да, я просто не вижу, она еще не включилась. Презентация. Можете каждый себе увеличить. Это какие будут пакеты доступны. И давайте я вам их сейчас поясню. Все ли видят, все ли поняли, где презентация и какие пакеты доступны? Вот здесь они. Все видят и умеете ли вы растягивать этот блок? Поставьте плюсик, кто понял, как это делается, и минусик, кто не понимает. Да, значит, рассказываю модель или структуру, но пока без дисконтов, того, как вы можете вот эти пакеты, какие выбрать и так далее. Значит, у нас будет три отдела или три раздела, я даже не знаю, как с пакетами. Это вот старт, стандарт, ну и премиум. Ну, это условно они так названы. Значит, минимальная инвестиция составит, ну, минимальная доля, то, что можно будет купить, составит 30 тысяч рублей. Ее можно будет оплатить двумя способами. Либо разовым платежом 30 тысяч рублей, либо в рассрочку взять на 10 месяцев. Когда вы берете рассрочку на 10 месяцев, вы можете оплатить ее быстрее. Не обязательно платить 10 месяцев, можно там за 2 месяца ее внести там, по 15 тысяч рублей, как угодно. Не реже одного раза в месяц сумму 3000. Также на 50 тысяч рублей, либо разово вы ее вносите, либо на 10 месяцев. Когда вы оплачиваете пакет разом, то есть всю сумму сразу, вы получаете, то есть это будет более выгодно, чем заплатить в рассрочку, то есть сразу, когда сумма приходит. При этом, чем больше пакет вы берете, тем больше будет дисконт. Они будут вот озвучены завтра на вебинаре. Касаемо пакетов из раздела «Стандарт», это большая сумма и, соответственно, у нее вариантов оплаты больше. Первое – можно оплатить разовым платежом, второе – можно будет оплатить на 10 месяцев, и третье – можно будет оплатить на 20 месяцев, потому что ну, проект у нас будет идти несколько лет, поэтому 20 месяцев – там 2 года. Да, будет меньше пакета, чем на 30, не будет. То есть самый маленький пакет – 30 тысяч рублей, по 3 тысячи рублей в месяц. Да, ну, с рассрочкой 3000 рублей. Выгоднее брать разом максимальный пакет, вот так вот, скажем, называется. Но при этом, чем больше пакет, тем больше дисконт. Сделать два разных пакета. Это можно будет сделать, просто об этом надо будет написать. Значит, смотрите, соответственно, дальше пакеты крупные, от 1 000 000 рублей, там будет возможность рассрочки на 30 месяцев. То есть, но они будут... Да, конечно, выгоднее сразу. История следующая, что ваш пакет фиксируется за вами в момент оплаты первого, в момент первого платежа. Дальше эти пакеты также будут сохраняться, но если вы их купите на втором этапе, то у вас дисконт уже будет другой, то есть он будет понижен. То есть есть мотивация купить максимальный пакет на начальном этапе, который вы желаете себе, да, только говорю, помните, что надо брать та сумма, которая вам комфорт для инвестиций в месяц. Не нужно вот, ну, пускаться во все тяжкие, это к хорошему не приводит. Поэтому, чтобы вам было комфортно и так далее. И значит, кто услышал условия, кто понял, как это работает, поставьте, пожалуйста, плюсик. То есть есть разные суммы, их можно платить разными вариантами. Те, кто, значит, сейчас оплачивал там 3000, 5000 рублей, можете выбрать, можете дослать ту сумму, которую вы желаете, чтобы у вас был пакет, и сказать там, на какой срок вы его хотите и так далее. Сейчас по фин вопросам с вами будут связываться. То есть подтверждать все переводы и так далее. Тут просто ну, людей же нужно было найти для этой работы. Это не все было так просто. Отлично. А теперь вот супер предложение. На сегодня у нас есть 1 000 000. Время сейчас 20:07. Вы узнали, как инсайдеры, информацию о том, какие будут пакеты.
И сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Те люди, кто сегодня переведут или выберут пакет, купят его с 8 часов, вот сейчас текущий момент по Москве, до 24 часов, до 12, получат бонусом к этому пакету 10%. То есть вот прямо сейчас начинается такой вопрос, что все транзакции, проведенные с 20.00 по Москве до 24.00 сегодняшнего числа, на них будет зачислена большая сумма. То есть, допустим, вы там хотите проинвестировать 3000 рублей, присылать 3000, начисляется 3300. Хотите там 5000, ну, то есть 5000 рублей. Ну, в общем, вы можете, грубо говоря, это некая 10% скидка или 10% бонус. А, да, значит, смотрите, как сделать платеж? Инструкция в группе, то есть первое, заполняем форму, второе, по реквизитам, которые сейчас выложены в группу открытую, переводим. Третье, пишем мне подтверждение, уведомление о том, что был сделан перевод и какую рассрочку и так далее. Сейчас, вот с текущего момента, с 20.00 по Москве до 24 по Москве сегодня. Вот мы, кстати, думаем про... Нет, это на сегодняшний платеж. То есть, если сделать на 10%, 10% больше акции. Нет, да, это именно сегодняшний платеж, потому что иначе будет, да, это слишком, так скажем, возможно, не слишком для первого дня, но давайте вот такой попробуем. Коллеги, кому нравится эта акция, кто готов сейчас в ней принять участие и рассказать об этом своим партнерам, поставьте плюсик. А, полагается, вам положат. Так, значит, да, можно оформить рассрочку. Делать, вот смотрите, давайте, это вот очень интересный для нас опыт, мы заодно посмотрим, как и насколько эффективно это работает. Значит, еще раз, на те пакеты, которые, на те платежи, которые придут сегодня с 8 вечера, вот в Москве это сейчас, до 24, будет начислено 10% бонусов. Сжать рассрочку. Выгоднее взять больший пакет. Больший пакет в рассрочку точно. Больший пакет в рассрочку точно с лучшим дисконтом, нежели меньше, заплаченный сразу. Способы приема платежей все написал просто, указанные в посте, закрепленном в группе. 10% от платежа, сделанного сегодня. Количество акций, которые вы получите от 30 тысяч и так далее, будет в завтрашнем вебинаре. Те, кто уже оплатил, вы большие молодцы. Мы про вас знаем и помним, но вот акция именно действует сейчас с 7. Какой группе, Максим? В какой группе? В какой-нибудь найдите. Наверняка у вас получится. Так. Да, можете, значит, смотрите, кто, допустим, оплатил 3000, а хочет больше, например, на 5000, на 10, вы можете доплатить, вы же все зафиксированы, все ваши приходы, поэтому мы просто их прибавим, и когда мы будем переезжать в кабинет, с каждым из вас лично будут связываться, все актуализировать информацию, спрашивать, то есть видеть ваши транзакции, говорить о том, какой пакет вы хотите, какой даты ну, оформить. 10% от первого платежа. От первого платежа. Ну, подождите, давайте смотрите, тут просто мнения разделились, я просто сейчас, я не могу быстро в голове придумать, я думал от первого платежа, но если, допустим, получается, вы возьмете на 30 тысяч от того, что вы сейчас оплатите, так, интересно, давайте сделаем так. Ну так и получается. Нет, смотрите, то ни от какого нет, вы что, не на весь пакет. Значит, от платежа, который будет сделан сейчас. Если вы пакет за 30 тысяч ну, покупаете, значит, вам ну, на 3 тысячи будет начислено бонусом. Если нет, он не потеряет, будет пересчитано на ту сумму, которую он оплатил. Рассрочка на разное количество месяцев влияет на сумму платежа за месяц. Чем дольше платить, тем меньше платеж. Платеж
Первым стал Артем Владимирович, и дальше пошли платежи на Киви. Да, Артем, я вас поздравляю, вы первый, кто в этой истории выполнили промоушен, так называемый. А, не обязательно с интернет-кошельков, Алексей, можно посмотреть, значит, посмотрите, сейчас вам предоставлено порядка 10 способов перевода. Сейчас, что одновременно завтра. Не слышу вопроса. Значит, сейчас вам предоставлено порядка 10 способов перевода. Все они указаны в сообщении, в посте. А, значит, если кто-то переводит 3000, ему начисляется 3300. Это как бы эквивалентно, разумеется, это все в акциях будет. Вы же не просто деньги переводите, чтобы их снять обратно. То есть завели 3000, сняли 3300 или 10. Так, коллеги, это все новости на сегодня. Я очень вас благодарю. Мы сегодня побили все рекорды, если честно. То есть нас было, по-моему, в пике 237 человек. Мы перевалили за 1 000 000, группа перевалила за 7000 человек. Мы все вместе договорились о том, что мы 24 числа, 24 июня встречаемся очно, живьем лицом в лицо в Москве на обалденную тусовку, так скажем, полезную, где вы сможете покататься и так далее, сами почувствовать этот продукт, задать личные вопросы, приезжать туда с партнерами. В Сокольниках летом очень классно, когда это еще и полезно, это еще и приносит деньги, и вы еще участвуете в большом деле, то, ну, я не знаю момента лучше, как провести время в субботу. Можно, да, смотрите, независимо от того, какой пакет вы бы хотели оплачивать, на ту сумму, которую вы переведете сегодня, будет начислен бонус 10%. Бонус за единоразовый взнос выглядит бонус, чем за сейчас оплата. Смотрите, нажимается бонус на всю сумму, вам сейчас будет начисляться. Ну, а сумма вся, она больше, разумеется, значит, и бонус будет больше. Тут корреляция прямая. Друзья, все, всем большое спасибо. Мы затягиваем. Это очень хорошо, когда видео длятся больше 60 минут. Поэтому заходим в группу. Кто желает, участвуем в акциях. И планируем 24-го встречу. Всем большое спасибо. И репосты делайте, разумеется, рассылайте. Маркетинг в четверг. Все, коллеги, отключаюсь, иначе никогда не остановимся. Всего доброго.